приветствую вас, рыбоохотники, на моем канале. Сегодня у нас вылазка на рыбалку. Мы сегодня вырвались на рыбалку на окуня. Вот, мы приехали в то же самое место, где мы рыбачили в прошлый раз. Прошлое видео вы можете посмотреть, вот здесь вот будет подсказочка. Погода у нас сегодня отличная, вот сегодня у нас солнышко светит. Температура у нас где-то минус 8. Вот, и мы приехали на речку под названием Мильтаньяун. Вот, это хантейское какое-то название. Ширина этой речки у нас, в принципе, где-то 10 метров, и глубина составляет примерно 1,5 метра. Но местами, говорят, здесь еще есть и до 3 метров опускается. Ну и, в общем, вот мы с товарищем приехали, попробуем, половим окуня, попробуем всякие наживки, балансиры, мормышки. Не будем задерживаться, мы пошли порыбачим. Сегодня будем рыбачить вот на такую мормышку новую, золотистую. Ну и будем рыбачить на червяка. Есть контакт. Маленький. А такого отпустим. В другую лунку. Небольшой. Маленький. Таких не берем, космонавты. О, покрупнее. О, бля, какой. У нас хороший окунь. Он, кстати, другого цвета. Такой этот, более зеленоватого. Вот товарищ у меня вот на такой балансир ловит, какой-то иностранец, короче, не знаю название, вот такой вот, получается, с виброхвостом. О, вот. Балансир работает. Даже не пришлось дергать, просто настоящий взял. Вот на этого иностранца сейчас вот товарищ наловил окуней. Сегодня я свой ледобур не взял. Сегодня вот у товарища вот такой ледобур. Называется Айсберг. Отличный ледобур. У него, короче, меняются две башки. Один для сухого льда, другой для мокрого льда. Бурит вообще отлично, не напрягаясь. Толщина льда вышла где-то сантиметров 40. И без всякого напряга получилось пробурить лунку. Короче, хороший бур, отличный. Я себе тоже такой возьму. Такой бур стоит в районе 4000. Вот. Можно, значит, купить на него отдельно, ножи идут. Они рублей 150 стоят. Можно в интернете найти, в принципе, за 100 рублей. Вот. Единственный минус у него, это он по весу, ну, тяжелый он. Я не знаю, сколько в килограммах, но он тяжеловатый. Плюс у него идет очень хороший плюс, это телескопический, он высоко поднимается. Я не знаю, сейчас попробую, как он там.
поднимается. Достаточно высоко. Вот, подальше отойду. Вот, практически выше моего роста. Вот это рост мой и выше головы. Хороший бур, хорошо бурит. Шнек у него, я не знаю, сколько сантиметров. Достаточно длинный и хорошо снег выталкивает. Есть у него еще очень удобная складная ручка. Буквально за секунду раз, стопоришь, и все, она никуда не девается, никуда не денется. И пошел себе на рыбалку, куда захотел. Ушел, прям в лунку. О, смотри, хорошенький. Нормальный, на копилку. 300 грамм хороший. На копилку, само то. Во какой. Вот это хороший окунь. Смотри, какой попался. Такой. На грамм 250. Значит, у нас сейчас обеденный перерыв. Поставили палатку, расположились. Вот, и сейчас пообедаем и дальше будем рыбачить. Яйца, сыр, колбасы богатырские. Ну и как же без хлеба. Мохтик по-нашему. Его на засолку. Сегодняшний наш улов — это общий улов. Вот столько окуней сегодня надербанили. Завершили мы нашу рыбалку. Сейчас мы собираемся домой. Также будем идти через лес. Вот, работала сегодня мормышка такая более золотистая. Вот, в основном мы цепляли червяка. Ну, у меня напарник еще ловил на балансиры, на разные балансиры. В принципе, брало неплохо, но небольшие. Вот. Ну, в общем, подписывайтесь на канал. Заходите ко мне в группу, ссылка будет в описании. В общем, всем пока, до следующей рыбалки.